сейчас мы находимся в районе города. И мы хотим вам показать сегодня одно такое место, которое раньше, когда-то здесь, в этом месте находились очень известные санатории. Они были процветающие, здесь отдыхали наши горожане, владивостокцы и не только, со всей страны сюда приезжали отдыхать люди. В 90-х годах и мы здесь были, это было достаточно красиво здесь все, территория такая, и здание. И теперь вот такой наступает шок, когда смотришь на вот такое запустение. Сейчас мы проедемся по этому району. Мы его называем зона Чернобыля. Это Ира хочет запечатлеть и французам показать, что бывает, какие места бывают во Владивостоке. Путь. Называемый Чернобыльской линией. К морю выехали. Небольшой дождик начался. Еще покатаемся. Вот уже возле берега лед встает, хотя еще не так холодно. Ну, следующая неделя. Суббота-воскресенье, говорят, 9-10 минуса, сильный ветер. Так что все уже заканчиваем свое короткое путешествие на колесах. Какое красивейшее место было. Я помню, дай бог памяти, 1995 год. У нас сын Сереге год был, и мы взяли путевку сюда на несколько дней, и с Ирой втроем, с Серегой поехали просто отдыхать. Настолько красиво было, хорошие номера, хорошее обслуживание. Море рядом, все ухожено было.
Ну вот, считай, за 25 лет все это пришло вот в такой вид, который вы сейчас можете увидеть вместе с нами. И такие вот места в нашем красивом городе бывают. Да, я говорю, в любом городе такие места бывают. Согласен, конечно. Но это издержки перестройки. Что же сделаешь? Вот мы немного проехали по заброшенной территории санаториев, по заброшенным паркам. А вот теперь увидели такую надпись, это прикололся, конечно, да? Welcome, добро пожаловать. Разрушенные ворота. Когда-то здесь были реальные ворота. Добро пожаловать. О, здесь можно снимать фильм ужасов, на самом деле. Да. Ну, русские в любом случае и в любой ситуации юмористы, да, Ира? Да, это точно. Юмористы. Ну, помашите ручкой. Пока.